Благослови меня, Бог. Well, ну что ж, теперь тебе больше не нужно платить за свою жизнь, Натаниэль. Неужели ты их всех перебил? Нет, не совсем. Мексиканец остался в живых. Теперь ты можешь вернуться к своей работе. Где же мне их разместить? На кладбище уже нет места. Понадобится еще одно, ведь благодаря мне у тебя теперь много новых постояльцев. А что случилось с майором Джексоном? Скажи мне, он тоже мертв? Нет, он жив. Почему? Думаю, что он будет полезнее живым. Его время еще не пришло. Никогда не думал, что мне придется рыть могилы, да еще бесплатно. Ну что ж, уж лучше ходить по земле и заниматься этим, чем лежать в земле, ничего не делая. Здесь похоронен кто-то, кого ты знал? Эта девушка была частью моей жизни. Ее убил майор Джексон. Да, ее убил Джексон. И ты не смог ей чем-нибудь помочь? Я был далеко. Слишком далеко, Натаниэль.